Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете, что посмотреть по танкам, канале, на котором я быстрее всех остальных высветляю все новости этой игры, обсуждаю все машины, показываю абсолютно честные обзоры, ну а главное, мы тестим с вами все рулетки и контейнеры. Короче говоря, все, что касается World of Tanks Blitz, вы можете найти у меня на канале, ну чем не повод на него подписаться, как это сделало уже практически 34 тысячи человек. Спасибо вам, кстати, большое, отдельное спасибо вам большое спонсорам за то, что они есть, и, ребят, спасибо вам большое за то, что поддерживаете канал в его развитии. Я, как и многие другие, пытаюсь пройти сезон 3 противостояния, понимая, что навряд ли моих сил хватит для того, чтобы Фюндрика себе открыть, но Свиндлера я хотел бы прокачать на полную, и мне здесь не хватает целых 8385 сниппетов. Действительно, очень сложно эти сниппеты добывать, я пытаюсь их собирать во всех возможных источниках, ну и в частности, ребят, буквально пару минут назад стартовал мини-квест на то, чтобы можно было забрать себе ни много ни мало, а целую 1700 сниппетов, плюс вот этот вот, который вы видите фон профиля под названием «Сад миссис Андерсон». Не знаю насчет сада миссис Андерсон и надо ли он кому-то, а вот сниппеты, мне кажется, пригодятся каждому. Как пройти? Да, в принципе, все очень просто. Разработчики дали целых 10 дней на прохождение данного квеста, его не пройдет только лентяй, но ради интереса я посчитал и разделил просто количество урона на количество дней и разделил на количество приблизительных боев, и что у меня получилось. Суммарно, для того, чтобы полностью все забрать, необходимо нанести 60 тысяч урона. Что касается игроков, которые играют часто, много или играют хорошо, то в принципе они справятся за день и на этом про этот квест забудут. Ну а те ребята, которые играют где-то там на более низких уровнях или только начали играть, знайте, что для того, чтобы собрать 60 тысяч урона, вы можете играть, допустим, там 6 боев в день и наносить в каждом бою по 1000 урона. Это под силу каждому, ну а значит тогда за 10 дней 60 тысяч вы набьете в любом случае. Крайне простой квест, я этому очень рад, потому что 1700 сниппетов на дороге не валяются, ну а забрать их, как я уже сказал, сможет даже ленивый танкист. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, и как только появится какая-то новость, я обязательно об этом сообщу, ну и обязательно будем ее разбирать. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.